Да, я приезжаю сюда каждый месяц. Почему бы и нет? Потому что я бы и приехал сюда, даже если бы у меня не было сына. Но тем не менее, есть сын, и сын должен понять, где замечательные игрушки. Кроме всего прочего, понять должны и вы, что дешевле игрушек, чем в магазине Орион, просто нету. Это поняли те, кто приехали сюда перед Новым годом. Но это также поймут и те, кто сюда приедет и после Нового года. Потому что, еще раз вам говорю, дешевле игрушек просто нет. И теперь вопросы для тех, куда ехать. Ну да, я рад за тех, кто чуть-чуть, но смотрит ТВ. Так вот, ехать надо на север города. Места самые чистые. Я не понимаю наш металлургический, но почему-то вонь мелкого, но сногсшибательного птичника с севера доводится и сюда. И на соленое озеро, и тут направо. Пока мой оператор настраивал, здесь проходило много-много людей. Вот. И было бы, конечно, интересно сказать, что игрушки в Орионе кончаются. Однако нет. Проходите, пожалуйста. Проходите. За моей спиной в преддверии Нового года. До Нового года еще чуть-чуть немножко и осталось, но и после Нового года здесь будет заводиться товар. Вот. И в отличие от других людей, понимаете, эти хозяева магазина Орион не покупают себе дорогие Toyota Land Cruiser 200 с какой-то там Edition, понимаете? Я, конечно, проходите, не парьтесь даже, спокойно все. Вот. Они на вас деньги не зарабатывают, понимаете? Может быть, они и заработают, но зачем это делать? Представляете, вы пришли в игрушечный магазин, а тут человек на новом автомобиле. То есть он на вас деньги зарабатывает. Зачем это делать? Я не понимаю. Но тем не менее, для вас, естественно, вот этот замечательный результат, который вы, естественно, раскупите, потому что я реально показываю магазин Орион, как к нему проехать, да? А вокруг магазина Орион, ну да, заходите, пожалуйста, в том же количестве находятся другие игрушечные магазины. Но вам надо понять, дешевле, чем магазин Орион, вы не найдете. В городе очень много магазинов, которые торгуют детскими игрушками, да? Вы сюда также приехали, здесь рядышком очень много различных точек, да? Правильно? Почему вы выбираете магазин Орион? Ассортимент огромный здесь. Все возраста можно, к любому возрасту можно подобрать. Я сейчас в данный момент беру внукам и работаю в школе-интернате с детьми. Детям подбираю подарки сразу. То есть можно понять, что для внука, ну, это, естественно, подороже, но и для других по тем же самым ценам. Это развивающий, да. Поэтому цену устраивают. В принципе, вообще выбор огромный. Ассортимент широчайший такой. Здорово. Нравится. Ну, понятно, да, мекка творчества для детей. Потому что здесь игрушки для детей, в смысле, для ваших мальчишек. Вот. Понятно, что здесь все разбирают, а почему бы и нет. Но в реальности здесь постоянно что-то новое. И мы вам предлагаем абсолютно новые вещи. К примеру, ваш человек хочет погрузить что-то. Так для него есть радиоуправляемый башенный кран. Чтобы было понятно. Вот там стоит радиоуправление, и он все делает. Вот. Мало того, электронные игры, в смысле электронные активные роботы, здесь тоже есть. Они, конечно, не такие крутые, как в мультиках про Уолта Диснея, но тоже. И коты, и роботы, и большое количество остальных роботов, и тоже все на радиоуправлении. Кроме всего прочего, некоторые роботы могут и стрелять, и говорить, и танцевать. Вот. Ну и, естественно, чтобы было понятно, и по цене, естественно. О! FJ Cruiser. Почему нет? То, что находится за моей спиной. Вот. Понятен результат. Да, сюда люди приходят, и даже сегодня, между прочим, час дня. Вот. Люди покупают, и это хорошо. Вот. Вот рядом с моей спиной находятся санки. Вот, потому что на санках и надо ездить. Санки для всех, пожалуйста. И для самых маленьких, и для тех, кому побольше. Вот хотел показать машинки, но они закончились, потому что все машины разобрали. Вот. Все остальное. О, пожалуйста, замечательные клюшки. Почему нет? Потому что, вот, допустим, моему ребенку еще рано покупать. А маленький, пожалуйста. Ну и то, что я купил для своего сына. Вот такой замечательный вертолет. Под Новый год. Я, конечно, понимаю, что у вас нет ребенка, да? Но хотелось бы, да? Потому что я вот сюда прихожу, и у меня тоже кукушка улетает. И это еще было до того, когда у меня ребенок появился. Потому что вот чуть-чуть и маленечко есть такое, что хотелось бы, конечно. Просто надо посмотреть, что когда мы были молодыми, да, у нас-то вообще такого-то и не было, по-моему, так? Да, не было. А теперь хочется, да ведь?
Мужчины всегда дети, им всегда хочется игрушек. А, вы тоже ребенок, такой же, как и я? Конечно. Понятно. Вы сейчас смотрите для, для кого-то, правильно? Ну, для племянника, грубо говоря. Понятно. Но результат тоже хорош? Да, хорош. Да что это такое творится? Я людям объясняю, но люди недопонимают. Я всем говорю, так, ребят, ну, вы не понимаете, что такое телевидение. Так приезжайте в магазин «Орион». В прошлом месяце мы вам показали клавиатуры. Извините, клавиатур уже не осталось. То есть о чем это говорит? Это говорит о смысле работника телевидения. То есть мы вам это дело показываем, ничего и нету. Смысл работника телевидения в этот раз. Вот. Это, помните, мультики такие были? Игрушка «Кот Том». Вот, пожалуйста. Спокойненько поет песни, пишет, еще и с вами разговаривает. Сейчас другую штуку. Вот. А, медведь. Этих медведов делает, естественно, японское подразделение, которое изготавливает мультики. Там они ходят, там они разговаривают. Пожалуйста, покупайте себе замечательных медведов. Вообще надо понять, что средств, которые вам помогают обучать ребенка, здесь очень много. А хотелось бы, да не буду. И чтобы вы наконец-таки поняли, я здесь 2 года с небольшим. Но простите, я-то помню совок. Но здесь каждый раз я покупал себе новинок на 10 тысяч рублей. Простите, но такого я не помню. Конечно, можно было бы и больше, но поймите правильно. Вот такое удовольствие для детей и только в одном месте. Помнится, да? Для начала было для мальчиков. Ну, почему нет? Потому что у меня сын все-таки. Вот. И там чуть-чуть больше было. Среднее подразделение – это и для мальчиков, и для девочек. То же самое, я вам все это дело показал. И теперь для девочек. Хотелось бы, конечно, ребенка, но дай бог, скоро будет. Вот. И надо понимать, что вот именно сюда и надо прийти, потому что вот у моего сына очень-очень много всего того, что для мальчиков создано. Но тем не менее, я готов то же самое сделать, если у меня будет ребенок. Почему нет? Потому что для девочек тут тоже всего очень много. То, как здесь живут работяги, не может не радовать. Посмотрите, какие девочки стройненькие, подтянутые, потому что они здесь в экстренном тонусе. Хотите, чтобы и у вас были такие? Ну, обращайтесь ко мне. И у вас такое будет. А приехать-то просто по Советской до вокзальной и здесь направо. Так вот, вам надо понять, почему и когда сюда приехать. Вы приехать можете сюда 3 числа. И все остальные рабочие дни недели. А может быть, не рабочие дни недели. Все равно 10 дней, которые все отдыхают, вы тоже можете потратить с пользой для своего ребенка. Потому что дешевле, чем магазин «Орион», вы не найдете. И даже невзирая на то, что поднялись цены. Какая разница? То есть этот магазин работает именно для вас. Здесь не поднимают цены, и вы себе можете купить замечательные подарки.